Погнали. Введение под мышку. Мы двигаемся вперед. Кладем локоть свой на руку партнерши. Далее правой ногой двигаемся в сторону, обходим партнершу. Левой ногой назад, правой ногой назад, чтобы левая у нас была свободна. Еще разочек. Вперед, в сторону, назад, назад. Вперед, в сторону, назад, назад. И можно не делать синкопу, а несколько раз повторить это действие. Крылочек, быстро. Раз, два, три и четыре. Уже не надо делать синкопу, мы уже в достаточном расстоянии, ну, не обязательно делать синкопу. Раз, два, три и все. Да. Раз, два, три и все. И далее уже движемся вперед. Крылочек, раз, два, три и четыре. Чем отличается смена по животу от введения, да? Тут мы поворачиваемся, партнерку не касаемся партнерши. А здесь мы не поворачиваемся и зажимаем своей рукой партнершу. По шагам, да, отличается по всему. То есть, как бы, то, что ты делаешь, когда сменка на живот, у вас идет сменка, а когда у вас просто, как бы, движение круговое. Да, абсолютно. Далее мы делаем обоюдный поворот за скрестные руки. Мы меняем руки. И далее, поворачивая партнершу, мы разворачиваемся в том числе. И еще раз, поворачиваем партнершу против часового взгляда, а сами разворачиваемся по часовому взгляду. Все это за скрестные руки можно спокойно делать и повторять несколько раз. Самое главное, чтобы наши ноги были рядышком во время вращения, потому что если будут широкие шаги, мы будем разъединяться с партнершей, например, если это будет вот такое движение, то широкие ноги, тяжело потом собраться, неудобно. Если мы будем тут рядом поворачиваться, то будет очень удобно. И проходочка, да? Тоже скрестные руки, мы сразу меняем, это не видит. Раскрываем партнершу, раскрываемся сами. Поворачиваемся, перекладываем руку, вводим партнершу, у нас тут натяжение. Меняем руку. И выводим партнершу на раскрытие. По шагам? По шагам. Именно вот этот, да? Третий. Мы двигаемся вперед, меняем руку. Раз. На два мы разворачиваем партнершу, двигаемся правую ногу вперед. Далее левой ногой начинаем поворот, меняем руку. Разворачиваем. У нас тут такой бальный ход. Далее двигаемся правым плечом, чтобы у нас было раскрытие. Не вот здесь остаемся, а именно правым плечом. И поворачиваем партнер в раз. И на скорость. И на скорость. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять.